Теперь нам нужно разобраться с обращениями. В конце концов, мы же семья Мо, которая чтит традиции. Хочешь, чтобы я обращалась к тебе как госпоже? Госпожа? Звучит неплохо. Невестушка. Невестушка? Тогда, Сокхи, как мне тебя называть? Тетей. Тетя Сокхи? Вау, наша семья просто что-то с чем-то. Знаете о худшем проклятии, которое Бог послал на людей? То, что люди могут приспосабливаться к любым обстоятельствам. Неловко будет лишь в начале. Мы постепенно к этому привыкнем. Невестушка, тебе не кажется, что дом немного пустой? Я хочу вернуть Суджина и его маму, чтобы дом действительно стал уютным. Если тебе что-то не нравится, почему бы тебе не съехать? Сокхи, хватит! Дорогой племянник, как ты смеешь неформально говорить со своей тетей? Я думала, ты умный. Так что быстрее привыкай к этому. Да. Тетушка Сокхи не ошибается. Тетя, я думаю о том, чтобы снять фильм по мотивам нашей семьи. Разве это не очень интересно? Я даже не знаю, брат он мне или сестра. А сегодня моя сестра стала моей тетей. Интересно, что же случится завтра? Кто знает. Думаю, в фильме мы все будем стоять в суде как истцы и ответчики. Не важно. Если не нравится концепция «Дом, милый дом», то можете спокойно отправляться в тюряжечку. Так что не придется волноваться о том, чтобы съехать.